Ну чё, здорово, Ютуб, здорово, Зен, с вами Джон, он же Xbox E3 312. И как обычно, все очень громко. Ждем сейчас, что там нам Фил Спенсер покажет, будет ли он сношать все, что движется и не движется. Да-да-да. И чем нас порадует Starfield? Смотрим сейчас русскую версию, надеюсь, она нас не подведет. Xbox Showcase, так сказать. Какой твой любимый экзот оружия? Телеста. Так, ну что ж. Смотрируем. Xbox Game Studios представляет. Не Columbia Pictures. Oh, we're finally doing this, are we? Because I was going to make a sandwich. Я собирался сделать сэндвич. Окей. Окей. Let's do it. Давайте сделаем это. Дэйв. What do I think about heroes? Well, we've all seen them, haven't we? Swanning about the place. Чё-то не вижу, чтобы тут было на русском. Disproportionately high cheekbones and. Вижу только арабские субтитры. На фоне там что-то наш веган говорит про пушки и шмотки. Ты сам можешь поставить? Где бы это посмотреть? А, во. Субтитры. Русские. А, во. Видите ли, я здесь не ради убийства дракона из легенды, я здесь ради покорения овощей. Это не метафора. Будем честны, век героев окончен. Настал век инноваций. Это Фейбл? А, это скажу вам как Дэйв. То есть они в очередной раз решили перезапустить Фейбл, типа? Просто они его показывали в каком там, в бордатом 15-м году или еще что? Как-то неловко. Че, он ее есть там собрался? Ага. Она победила, я так понял. Я просто вспоминаю там ту старую рекламу Фейбла, где жаба съела какую-то фею. У них, видимо, на эту тему пунктик. Compulsion Games. In-game footage. Блин, что-то они делали такое, я забыл. О, 15 кадров. А, We Happy Few, точно. Поет что-то на английском. Что-то про прощение, милосердие. Кто-то в твой дом пришел. И кто-то ушел. Ауф. И ни у кого-то нету прощения. Костотряс. Давно не виделись. Помнишь, что ты мне кое-что должен? Ищу тут одно существо, огромное и коварное. Блин, напоминает по рисовке Человека-паука мульт, который вышел только что. No? Нет? Well, hey, how about you guys? Ну, а вы, ребят, не узнаете? No. Все там были. Нет. Nobody? Никто не видел? Как же он лыбу дает. Никакой помощи.
Take me home, country road? Sneaky. Он позади меня, да? Юг полуночи. Ладно. Прикольно. А Фил Спенсер будет погулять? Играйте в первый день с геймпассом. Мировая премьера. Блин, даже Джефф Килли уже отказался от этих мировых премьер, от надписи этой. А они все продолжают. Настали опасные времена. Так я слышала. Империя. Да ладно, очередной Battlefront? Они везде. Ой, корабли! Нет. Но этот мир принадлежит синдикатам. Lucasfilm Games? Или это игра от этого? От Дэвида Кейджа. По кинцо. Которую они анонсировали. Я должна играть по правилам. Похоже, я в игре. Она где-то здесь. Хотя, может и нет. Вот она. Клон девишки по ЗВ. Не, это игра по ЗВ от Massive Games, от не... про нее ходили слухи. Massive Games, подожди, это... Ubisoft, что ли? Now... Я всю жизнь там ходила. Это Ubisoft, да, ну... Неважно, где и как. Я хочу предложить тебе выход. Убирайся с моего края, Челлен. Дай мне шанс. Доверься мне. Впереди опасности и риски. Но если ты справишься, то больше никогда не будешь быть в страхе. О, Ранкор. Мир теней не знает пощады. Но впереди огромная галактика, и я поставлю на карту все. Зря ты, Мэсси, чуть ли не единственная, не проверяешь, что я. Звездные войны, Outlaw, неплохо. Внезаконники, будет в 24-м году. Больше геймплея на Ubisoft Walkthrough, ну посмотрим, ладно, любопытно. Ничего себе, Фейбл! Куча игрушек, Сара Бонд. Xbox кучу вам игр покажет. Ролевых. Ну просто я не особо люблю девишку, поэтому сложно испытывать энтузиазм, но я рад за них. Геймплей сказали, на Ubisoft покажут. На Ubisoft Forward завтра. Outlaws перерождение 1313, это Jedi Survivor, переродили его. Incredible лайнапы у них ожидается там. Для вас шоу сделали, для вас старались, ребят. Вы душа и сердце Xbox. А где Спенсер-то? Филу выпустите, пусть он кого-нибудь там это... Игра Thunder Lotus, выпущенная Spirit Fighter, вернулись к корням, создав крутую корпоративную рейдовую экшен-игру, которой еще не было. Спенсера выкупили Sony, да блин. Рамки фармят.
Мировая премьера. Опять. Ну, тут можно покурить, ребят. Джон, не надо, Фил, смотри, какая икора вышла. Блин, я вот на нее смотрю и вспоминаю Аюшу Талер с Юбисофта. И потом я вспоминаю спецагента Арчера и хочу 14 сезон, а он выйдет только в августе. Спирит Фаер был миленький. О, здесь тоже рейд будет, ребята. Это Destiny 3. Тридцати трех игроковый кооп. А это выглядит как клон Хейдес. Но Хейдес как-то посложнее выглядел, мне кажется. Тут как-то все попроще. This is insane. А вот и новый движок, да. Я so excited. Ну просто уже стрим у нас 12 час идет. Тридцать три бессмертных. Да вообще химия. Похорошели рейды в Destiny 3, Destiny 2? О, Payday. Это я знаю. Неужели третий? Снова можно будет грабить хурваны. Все на пол. Пиранки пойды. А когда последняя игра там у них вышла? Я не помню уже. Ну, грабить, отстреливаться, скидывать. Прикольно. Девятнадцатый год. Симулятор Понтигана тут. О, подкати прям. Только это кооп игра нужны, друзья. Ну, Destiny не найдешь. А если нет друзей, можно найти. Найдешь, найти, да. Я оригинальный. Блин, это в GTA 5, по-моему, был такой еще Power костюм. Ну да, по ID 3. Прикольно. Здорово. 21 сентября. Здорово, здорово, да. Играйте первый день с геймпассом. World Premiere. Что там такое? Новая мировая премьера. Очередная персона сюда. Ну спасибо, хоть не под рэпчик. Персона 3 Reload. Господи. Откопали древность.
Не, ну блин, покажите Фила хоть на чуть-чуть. People don't like you very much, do they? Sent here to the living lands by an emperor who couldn't. Послан в живые земли императором. Да не, это не ассасин. To investigate some plague that seems to be corrupting our very souls. Уничтожают наши души. Скайрим. But the truth is, you scare us. Ты нас пугаешь, братан. О, 60 FPS. The way you fight. То, как ты сражаешься. The power. То, какой силой ты владеешь. The secrets you keep. Какие тайны ты хранишь. Ты здесь, чтобы либо спасти нас, либо уничтожить. Ух ты, я угадал. Стань хозяином своей судьбы. О, Destiny, Destiny, точно! What are you gonna do with it? Bad boys, bad boys, what are you gonna do? Блин, Сань, то, что там не 30 FPS, а 60, это уже, блин, класс. Ну да, Ваня угадал, и ловит. Будет 24-м. Все на гибасе в первый день, ребят. Рэр. Лукасфильм. Господи, больше игр по Звездным войнам. А не, показалось. Я-то думал, будет этот кроссовер пиратов и Люка Скайуокера. Это было бы смешно. Добро пожаловать в быдло. Неплохо. Официальный перевод, блин. Быдло бар 312, ребят. Легенда острова обезьян. Hey, what do you think you're doing? I told you no autographs. Though I see you have a meet and greet ticket. And I guess it's not every day that you get to meet the mighty pirate Guybrush Threepwood. The legend. Guybrush Threepwood, легендарный пират со спущенными штанами. Это что, из пещеры из Аладдина? Подожди. А что она тут забыла? Это что, ну дополнение какое-то для игры про пиратов, для пиратов. Я не помню, Sea of Thieves, там Skull of Bones или что там такое. А, понятно. Спасибо. Ну да, Sea of Thieves. Играйте в оригинальную историю бесплатно. Легенда начинается 20 июля. Мировая премьера. Xbox Game Studios представляет. Xbox Game Studios. Представляют сами себя, давай. А Boba Studio, так. Next Generation of Microsoft Flight Simulator. Вау. Авиасимулятор 2. Тушение пожаров с воздуха. Вертолеты 3. Найдите и спасайте. Не вставай, джойстик, да.
графон некрасивый, но симуляторы красивые, да, у них. Не-не, здесь нужен именно джойстик. Ну, вы знаете, такой, который рычаг, типа. Хеликоптер, хеликоптер. Спасайте людей в горах. Авиация в парашютном спорте. Строительство с воздуха. Короче, вообще все делайте, блин. Транспорт грузов. Удаленные грузовые операции. Услуги VIP-чартера. VIP-сауна будет? Гонки в воздухе. Бедные видеокарты. Про все игра, да. Научные исследования, экспериментальный полет. Обучение на низкой высоте. Перевозка высшего руководства. Полеты на дирижабле. Полеты на воздушном, сука, шаре. Не позовет. Ну где цифра 2-то? А, все? Нету цифры 2, окей. Просто Flight Simulator 24. Так, выйдет нам в Flight Simulator. Это у нас что? Атрейдис, что ли? Дюна? Это Дюна, реально. Прикольно. Здравствуй, летчики истребители. Да, Дюнов во Flight Simulator. Ура! С 3 ноября 2023 года. Как раз Гнюхи подъедет. Привет, это Мелина. Я нахожусь на съемочной площадке Ninja Theory. А мы-то думали, ты в Mortal Kombat была. Так, мне интересно, что там про нее в чате пишут? Hellblade 2, типа? Ну, понятно. Когда-нибудь они ее выпустят, кстати. Уникальное интимное приключение, которое ожидает вас в этой игре, будет на Xbox Series X. А, это же не надо озвучивать, сорян. Не обязательно, точнее. О, мое левое ухо довольно, кстати. Почему я только в левом ухе ее слышу? Она здесь, чтобы найти их. Тех, кто скрывается. Ей нужно обещание. Один вопрос. Теперь в правом ухе. Что они со мной делают, а? Старость, Джон. А, я понял, это 8К. 8К саунды. Все меняется. Что-то в тебе темнеет. Тупо АСМР. Я чувствую их везде, потерянные. Они наблюдают за нами. Долби уши 5.0. Ты не должна была приходить сюда. Они видят нас. Они говорят тебе в разные ухи по очереди. Мы сейчас узнаем, что надо сделать. Пришло время узнать, чем ты им. Время пришло. Чего ты ждешь? Сына, чего ты ждешь? Я здесь. Сына, кто-то наблюдает за нами. Их много.
Я буду просто тупо перемещаться с экрана в экран, чтобы воплощать это. Где они? Что им надо? Я боюсь. Это не нравится. Уже слишком женщина. Их глаза повсюду. Ведьм. Что нам нужно делать? Спроси их. Дурка. Блин, кто через уши слушает? Плюсик поставьте. А кто через колонки минусик? Они ждут. Здесь, это ты. Что они с ней сделают? Что они делают с нами? Дотронься. Ооо, и... Обрети себя. Снимай трусики. Ой, твой разум больше голоса. Все еще не сломано. Ты обретешь себя. Все печаль. Весь страх, все, что я видела, все, что я сделала, и это привело меня сюда. Мы зашли так далеко, еще нет. Скажи им, я здесь, сейчас. Что если мы потеряны навсегда? Что будет с ними? Что будет с тобой? Да готово. Они это знают. Иди. Кто все эти люди вокруг тебя? Те, кого ты спасла? Или те, кого ты привела на смерть? Какой крутой геймплей, а? Джон, хочу от тебя озвучку порнухи. Просто такой, типа, да, давай, вставь, вставь. Папочка, делай это дольше. О, да, да. Якудза. Блин, это же была шутка про порнуху. Почему у нас тут голые мужики, блин? Нас осуждаю. Чего? А? Что такое, мерзавец? Чё, какого чёрта? Круть, чувак. Братан, так держать. Тупо ракурсы. Лучшая цензура. А, то есть он не заметил до этого, да? Что происходит? Like and Dragon. Бесконечное богатство. Ранний 2024 год. То есть выходить, сказать, что там нам на Summer Game Fest открытии показали человека, который продал свое имя, а теперь еще и это. Нужно больше якудзы. Блин, а ты же это, как ее игрушка в стиле... Как она называется, забыл. А, это Fallout, забейте. Стоп, какой Fallout, 76-й, что ли? А, понятно. Убежище 76. Очередное дополнение для Fallout 76. Ну, вроде игру там довели до ума. Спустя много лет. Ясно.
Мир всегда меняется, сражаем врагов. You're never short on things to do or places to explore. Think you've seen it all, eh? Well, how about this? Крутые стихи слагают. Пакую вещички. Put your rad shield on and fix your hair up pretty, because we're headed for the boardwalk of Atlantic City. So there you have it. Now you know there's a million ways to make the wasteland your waste home. And when you hear adventure calling, when you're looking for some kicks, answer the call of Vault. Answer the call of Vault. Answer the call of Vault 76. Play it now with Xbox Game Pass. Доступно уже сейчас Atlantic City, ребят. Мировая премьера. Capcom. Все-таки это Питтсбург. Рад за них. Ёх, три какой-нибудь. Не вот три. Ну. Это что-то типа Dark Souls уже, да, или что? Только аниме. Вроде бы было. Скорее всего, да? Что за Warframe? Режь, бей. Что-нибудь интересное было. Ну, а еще одну якудзу показали. Игру по Звездным Войнам от создателей Девишки. Второй. Путь богов. Окей. Путь богини, вот и фэ. А, путь богини, да, окей. General Motors' historic commitment to performance is embodied in two of its iconic. А, ну сейчас про моторспорт будет. Chevrolet и Cadillac. Там же у кого-то из них, как бы сказать, годовщину у какой-то из этих компаний. Gran Turismo, да не, моторспорт. Forza. The legendary Corvette has been a celebrated champion for decades. The all-new Chevrolet Corvette E-Ray. Да, тут, да, наверное, в этом году выйдет осенью, как обычно. General Motors is proud to usher in a new era of competition with the innovators behind the new Forza Motorsport. Forza Motorsport and General Motors are pairing their strengths and technical excellence and sophisticated modern design to take bold steps into the future and bring that experience to. Короче, объединили усилия, чтобы сделать конфетку. I'm thrilled to welcome the Cadillac V-Series.R and the Corvette E-Ray to the. Не, ну дорогие тачки, дорогие, прикольно. Ну Horizon же стал более народной игрой, чем Motorsport, по-моему, в свое время. Просто я не помню, Motorsport он такой по хардкорней, да, а Horizon это такой аркада типа. Let's tweak the car's performance for the next one.
Horizon тех базе Motorsport сделан. Дорогие большинство они будут только в игре. Больно рад за пепоночки. Здорово, Андрей. Просто вроде бы что там, среди эксклюзивов, ну вот последний такой вот там безоговорочный, да, это была Forza. Ну, еще немного Гири пятые, но про них все забыли. Хотя игра была вроде нормальная. Ну да, октябрь 23-го, 10-й. Прикольно. Беседка представляет. Так. Я все, что было и все, что будет. Я видел предательство. Погоди, это Elder Scrolls какой-то? Это онлайн Elder Scrolls или карты? Онлайн или карты? Онлайн или карты? Онлайн. Ну ладно. Кстати, Джон, как ты среагировал на Star Wars от Юбиков? Ну, я такой типа. Ну, я не особо люблю девишку, хотя я рад, что может быть что-то ее толковое получится. Дополнение? А. Мне интересно. Хотя что ты, Джон, высказываешься? Ничего кроме Достини не интересует, сиди такой. Интересно, неинтересно, тут нос воротит, понимаешь? Ладно, мысль мы поняли, дальше. Круто, Вань. Давай, кин, давай, кин, на-на-на-на-на-на. Защищайте. Спаси ты, Мариэль. Новый класс прикольный, наконец-то что-то новое. А не некоробу, как с Эльсвейером выходил. Ну она топ так-то есть норм гильда, не сомневаюсь. Торонто под атакой. На этот раз есть что-то другое в нулевом секторе. А, первый, очень второй. Неужели сюжетка вышла? Им нужна наша помощь. В этом августе люди отвечают на призыв Уинстона. В команде появилась свежая кровь. Нам нужно их обучить. Новое приключение ожидает. Явились, не запылились. Давно не виделись. Ну, похоже на сюжетку, да, ребят? But I'm picking up reports of more attacks in other cities. Если они хотят драться, давайте дадим им бой. Не хочу прерывать. Новые способы игры. Флешпоинт, игровой мод. Мастерство героя. Коуповский ивент. Да. Бум. Дальше любые. Близы, мы отменяем ПВП. ПВЕ. Сегодня мы отменяем апокалипсис. Мир рассчитывает на нас. Новое приключение начинается 10 августа.
Короче, please be excited. О, Никита с нами. Ансап в чате, ловите. Разблокировать нового героя с помощью компании 10 августа. Короче. Я надеюсь, те, кто в Overwatch играет, сейчас просто нуждаются в количестве салфеток большом. Опять персона. Больше персоны. Но это уже пятая. Типа. So you're telling me you're thieves who steal hearts, and you just happen to stumble into this world? Tacticus. The Rebel Corps will always help the Phantom, just as the Phantom Thieves have helped the Rebel Corps. Never forget that we're a united force who can rely on each other. Не забывай, что мы объединяемся, чтобы положиться друг на друга. Зловещий смех. Somewhere deep inside, I know you realize things can't go on like this. So, will you take a stand beside us? Yeah, let's show them what we got. Прикольно. 11-17-23. Рад за фанатов персоны, наверное. Так, что у нас? Человечество всегда стремилось к неизвестному. О, Старфилд? Старфилд вышел погулять. Так. Много звезд не сосчитать. Смогут ли они показать геймплей не в 15 FPS-ах? От создателей Skyrim и Fallout. Не забудьте Fallout 76, да. Новая вселенная. 25 лет создания. Мы здесь, чтобы найти ответ на главный вопрос. Что ждет там? Бесконечность и далее. Наконец-то я дождался игру по Базу Лайтеру. Готовьте себе мне трусы. Ты часть созвездия. Часть нашей семьи. Мы не до конца понимаем, что сейчас происходит. В космосе нет другой команды, способной раскрыть эту тайну. Я в вашем полном распоряжении, капитан. Гравий прыжок готов. Обожаю этот момент. Поржусь, раньше Star Citizen выйдет. Эти артефакты могут дать ответ на вопросы. Еще одна тайна вселенной, которую мы должны раскрыть. Под угрозой находится поселение по всей галактике. Ну круто. Стрельбу потырили из Destiny, боевку из Elder Scrolls. Ответ, каким бы он ни был, изменит человечество. Навсегда. Музыку из... Капитана Марвел взяли, трейлера. Здесь наше место. Здорово, Феникс. Destiny 3, да. Прикольно, Кира. 6 сентября, ребят, ура! Следите за новостями в конце презентации про Starfield Direct. Играйте в день релиза с помощью геймпасса. А я-то думал, это конец уже, раз они Starfield показали. Мировая премьера.
Ингейм футаж. Важный сюжетный ракурс. Миссия невыполнима 2 у нас происходит тут. Графика 2100 года. 22-й... Кто здесь? Старфилд, сюда. Рома, спасибо за 200 рублей. Спасибо большое. Чё, чат, от одного человечка еще 112 рублей, у стримера будет 312 рублей. Если сумма в 10 раз увеличится, можно будет в один следующий ролик попасть. Да, господи, в этот ролик можно попасть будет. Так, Don't Not. От создателей Life is Strange и Remember Me, прости, господи. Хотя Remember Me мне нравилось. Don't Not, ну вроде они, или нет, или я пизжу. Они, я просто удивлен. А. Джузан. Подъем осень 2023. У них же этот соус лайк в основном продакшене. Секретный режим. Китайская комната. Муля, только ера самокат. Все еще пробуждается в глубине. Продолжение сезона глубины в Destiny, ребят. Ранний 24-й год. Играйте в день релиза с помощью геймпасса. Еее. Графон 23 века. Па, FPS просел. Еще раз. Я сперва подумал, что это игра про велосипедистов от Ubisoft. Новый день, новое подземелье. Новое подземелье, ребят. Сейчас геймплей увидим, подземелье через сезон. Подземелье Хинтерберга. Видел такое в играх 2000-х. Hi. I'm very excited. Yo, breathtaking. Johnny Silverhand in the upcoming expansion for Cyberpunk 2077. Иди, Джона Уика следующего снимай лучше. Фантомная свобода. Дополнение. Это новое общение с Джонни Ви в опасной шпионской миссии. Мы знакомимся с Идрисом Эльбой, секретным агентом Соломоном. Эдрис оказывается с вами на одном месте. Будь вместе с этой игрой, это круто. Господи, Киану, не двигайся так много, песок весь рассыпется, господи. Извинись.
Ожидайте огромного расширения, твистов, тайны и многого другого. Поднимает планку. Игра будет работать неожиданно хорошо на плойке 3 на ПК. Хватит слов. Думаю, вы хотите увидеть сами. Трейлер, короче, смотрите, ребят. Зацените, и я ушел. Должен быть какой-то выход. Джонни, я умираю. Что не остановит это? Ви, меня зовут Сонг Бёрд. Я аналитик разведки в Нусе. Я знаю о бомбе в твоей голове и могу спасти тебе жизнь. В чем прикол? Мне нужно, чтобы вы отправились в город собак. Внимание всем жителям города собак. Президенту удалось обрушить ее Space... Короче, самолет президента на скромные... У Пэна, короче, заложники, спящие агенты, время просыпаться. Джон, неси салфетки, чай течет. Чай течет, окей. Так, тут дополнение к Кибербанку ждет, ставьте плюсики. Ее безопасность главный приоритет. Черт побери, мы трупы, если нас обнаружат. Боже правильный, оно двигается. Валите отсюда быстро. Кто-то нас сдал. Вы знаете, Ви, предательство никогда не однозначно. Это загадка. Куда бы она ни отправилась, люди будут страдать. Некоторые умирают. Просто хочу получить, что обещал Сонберг. Лекарство. Ситуация изменилась. О, Идрис. Мне нужно, чтобы вы пошли со мной. Иллюзия свободы привлекает очащихся. Выберите свою правду, Ви. Есть оружие в руке. Включите свинец в чью-нибудь голову. Нажмите на спусковой крючок. Если я ничего не сделаю, то я помру. 9.26.2023. Фантомная свобода. Не путать с фантомной болью или призраками свободы. Все материалы сняты во время игры. Обой мужик, где дрочить? Понимаю. О, Мэри с нами. Каждый дом. Каждый небоскреб. Каждый район. Каждый город. Тим-Сити? Они же... Оно живое? Ничего без вас не стоит. Круто. Киану! You are breathtaking! Вы делаете это возможно. Ну, походу, да, SimCity реально. Я не знал, что оно живое еще, кстати. Я думал, там Макси закрыли или какая там студия там занималась. Skylines? Ты создаешь города. City Skylines 2. Ну круто. Рад за любителей симуляторов строительства городов.
Game Pass. Мировая премьера. Атлус. Чего, опять персона? Что если бы мы жили в утопии? Помните меня? Тот, кто действительно заслужил величайшую веру граждан, взойдет на трон. Его величество убит в своей постели. Ребенок с тяжелой судьбой. Путешественник печали. Посмотрите на нее, мой помощник. Кто взойдет на трон? Время пробудить героя. Новая фантазия. Если захотите стать настоящим королем, в наших глазах весь мир растает. Это человек. Откройте глаза и вы увидите кризис в нашей стране. Вы приобрели самую интересную власть. Я пообещал спасти жизнь принцу. Это голая правда. Путь может быть извилистым, но выбрать может только один. Опять мы встретились. Вы меня заинтриговали. Теперь ваша очередь заниматься всем этим. Зачем я все это озвучиваю? Фантазия — это больше, чем пустая мечта. Метафора в 24-м году выйдет. Окей. Как же они мирово премьерят? Xbox Game Studios. От создателей Banner Saga, трилогии. Стойки. Городами человечества пали. Города человечества пали, пардон. Единственная возможность выжить у наших людей — найти убежище здесь, в Белфри. Вы должны исследовать этот мир, чтобы найти источник этого зла. И вернуть надежду нашим людям. Новая IP Атласа. А они после персоны что-то делали пятый? А то я уже забыл. И Катерины там, или Сатерины, или как ее? Там написано от создателя Banner Saga. Ну, влагает, да, нормально. Тавернборн. Почти как Bloodborne, ребят. Гекса-стратегия. Ну, какие слова мощные. Мировая премьера. Так, играем за короля часов. Порождение башни, да. Катерина была в 11-м году, а потом персона на ремейке. А. Леди Айрон, вот будущее приближается. Этот город — чудо прогресса. Биошок 4? Одна бунтарская шестеренка, чтобы испортить все. Звучит амбициозно, Река.
Если вы измените наше прошлое, если вы станете историем угрозы созданием, Dishonored 4, да 3 уж скорее. Короче, это что было бы, если бы Dishonored занялся бы сексом с Биошоком в третьем? Да это Биошок третий, чё вы мне гоните? Четвертый, точнее. Поменяйте прошлое. Манипуляции со временем, кстати, тоже там были. О нет, что я сделала? Любые последние слова перед этим. Прежде чем мой друг пристрелит этому голову. Clockwork Revolution. Не, ну это выглядит неплохо. Thank you all for joining us. О! Today is a special day for Легенда! I'm excited to see 11 games showcased from our first party studio. Широкий Фил вышел на сцену. Opened with Fable from Playground Games, which will bring the franchise into the modern era. Ребят, славим Фила. With British style and humor. Compulsion and in Exile. Перечисляет всё, что было во время презентации. Xbox, with South of Midnight and Clockwork Revolution. And we are thrilled at how Avowed is shaping up for release next year from the RPG masters at Obsidian. In addition to Avowed, our studios will deliver Hellblade 2, an all-new Microsoft Flight Simulator. Продолжает все перечислять. Блин, реально, кто захотел, мог просто сейчас включить Фила под конец и все. Фил все рассказал, блин, гораздо короче. As we look to holiday, we will launch Starfield and Forza Motorsport, both built for Xbox Series X, S, and PC. We are also honored to share 14 игры будут, ребят. From our creative Фил спасает будущее. Like Star Wars Outlaws from Ubisoft Massive in collaboration with Lucasfilm Games. 33 Immortals from Thunder Lotus. Kunitsu Gami, Path of the Goddess from Capcom. And more Persona games coming to Game Pass thanks to our continued partnership with Sega Atlas. I'd also like to congratulate. Не, ну молодец, еще куча японских игр заграбастал. It's great to be able to premiere what is next from the creators of Persona here in our showcase. We are focused on putting our players and game creators first in everything we do. No matter if you choose to play on Xbox, PC or over the cloud. Где бы вы ни играли, вы будете играть на Xbox. When it comes to our consoles, we have heard your feedback on two fronts. Мы услышали ваш фидбэк. Мы увеличили поставки Xbox Series X, making it easier for fans to find. Чтобы их было проще найти. Во-вторых, мы поняли, что больше хотим памяти на Xbox Series S. И рад сообщить, что у нас есть новости. Фил долбит нормально. Вот. В черный. Черный Xbox Series S. Теперь 1 терабайт SSD. Реализуйте свои мечты, ребят. Релиз 1 сентября. Оформляйте заказ уже сегодня. Мой съемный диск на 4 терабайта просто плачет в сторонке. Да-да-да, Влад тоже вспомнил. Starfield Direct сейчас начнется. Больше Starfield'а сейчас будет, ребят. Вот просто, кто хотел предыдущую презентацию посмотреть, вот предыдущий час, тупо надо было включить Фила и после этого Starfield Direct.
Ну ладно, смотрим. Bethesda Game Studios. Звездный рубеж. Начало гравитационного прыжка через 5, 4, 3, 2, 1. Всем привет! Спасибо, что заглянули к нам. Купите Skyrim. С вами Bethesda Game Studios. Нам повезло, ведь уже несколько десятилетий мы создаем игры в любимых жанрах. Купите Skyrim. И все это благодаря вам. От Elder Scrolls до Fallout мы с любовью создаем миры. Купите Skyrim. И играем в них таким же удовольствием, как и вы. За эти годы мы ни разу не обсуждали космическую игру нашей мечты. Купите Skyrim. Что если бы мы могли купить Skyrim? Космосе, где ничто не мешает вам отправиться и делать все, что вам захочется. Это и есть Starfield. Купите Skyrim. О, Skyrim! Купите Skyrim! Тут хороший ты наш. На игру такого масштаба мы взялись впервые. Сегодня вы услышите много от нашей команды и увидите много из того, что делает нашу игру уникальной. Давайте приступим. Но купите Skyrim. Starfield — это наша первая вселенная за 25 лет. Вы поступаете в новый мир. Но здесь это не единственный мир. О! 60 FPS не завезли, кстати, ребят. Их более 1000. Будет выбор, куда отправиться. Будущее зависит от вас. Скажи свой Skyrim, Джон. Технология, позволяющая создать все это. От камней под ногами горных хребтов вдали, до людей, существенно населяющих эти миры. Это не декорации. Вот тот спутник действительно находится на орбите планеты. И его вы тоже можете посетить. Мы реалистично моделируем окружающую галактику. С новой моделью. Освещение планеты подсвечивается в реальном времени. С учетом типа звезды и состава атмосферы. Система анимации тоже полностью новая. И, конечно, вы сможете играть. Как от третьего лица, так и от первого. Все, выкусти, Человек-паук! Мы всегда поощряем изучение миров. Но в этой игре с ее масштабированием обычно вы исследуете в основном зону высадки. Вы можете собирать ресурсы. Выполните задание и, быть может, найти что-нибудь неожиданное. Человек-паук просто плачет в сторонке, блин. Господи, какие же кинематографичные 15 кадров. Какие же крутые просадки FPS-ов. О-о-о. 15 XP, даже показывает насколько. Прикольно, прикольно. Блин, надеюсь, модами хотя бы на ПК это допили, чтобы работало нормально. Мы обожаем всякие полезные вещи, чтобы подбирать можно было все. Да. Skyrim похорошел при Тодде Говарде. О ваших навыках, кораблей, инвентаре и так далее. О! В Skyrim можно будет крутить пушку на старте! Выкусти Destiny! Особенно есть можно там будет. Вернуться на корабль можно будет пешком. Можно будет брать с собой компаньонов. Я оставил вас у корабля. С возвращением, капитан Говард. И он будет обращаться к вам по имени. По моему имени, сказал Говард.
Восторг и удивление. Вернуть романтику золотого века исследования космоса. Мы называем этот подход NASA-панк. Слушайте, я уже жду мод на Skyrim, который будет полностью копировать Starfield. Это контраст всего этого. С одной стороны, это NASA, где функция важнее стиля. С другой, это панк, где все подчинено стилю. Это подход заметен в дизайне корабля. Корабль станет домом для вас и вашего экипажа. Mass Effect, Warframe, как и во многих игроках игрового мира, здесь есть все. Это такая будничная фантастика, где все слегка потертое, изношенное и обжитое. Ладненько, каков наш план, капитан? Это наша межзвездная карта. Начнем с планеты, где вы сейчас находитесь. Здесь собраны все сведения и ресурсы. Отделившись, вы увидите все планеты системы. Игровой мир огромный. Здесь вы увидите планеты с важными местами и заданиями. И узнаете, есть ли там жизнь. Ведь многие миры мертвы, зато богаты ресурсы. Сделав выбор шире, вы увидите все системы в этой части галактики. Можно проложить курс к мирам за несколько световых лет от вас. Гравипривод сжимает пространство, и корабль прыгает к этим системам. Просто гиперпространство, гиперпрыжок. Уже все слова перебрали. Гравипрыжок. А пока возьмем курс к Альфа Центаври, город Новая Атлантида. Space Simulator в космосе. Flight Simulator в космосе, точнее. Альфа Центаури. Добро пожаловать в сектор ОК. Сохраняйте курс, пока не завершится сканирование. Сканирование завершено. Разрешаю посадку в Новой Атлантиде. Mass Effect мини-геймс. Оказавшись в Новой Атлантиде, взглянув наверх, вы увидите колоссальные здания. Это самый крупный из наших городов. Не только по размеру, но и по количеству населения зданий. Будьте позитивненько. Создавая город, мы в первую очередь уделяем внимание его роли в сюжете. Мы хотим рассказать множество коротких историй. Это мемориал в такие моменты кажется, будто здесь живут настоящие люди, занятые своими повседневными делами. Я в ступоре, не могу выбрать. Это же просто кофе. А еще начнется путешествие в это созвездие. Добро пожаловать в созвездие. Нам надо о многом поговорить. Поначалу созвездие кажется таким тайным обществом. Многие даже не знают о его существовании. Это последние настоящие исследователи галактики, ищущие ответы на главные вопросы в истории человечества. Артефакты такие разные, такие непонятные. И я уверена, что один из них установил с тобой связь. Артефакт, положи его на стол, пожалуйста. Боже мой, какой большой! Он притягивается и создан кем-то за пределами освоенных систем. Это весьма разношерстная компания. Например, Сара Морган, бывший солдат, теперь лидер. Теолог Матео, уверенный в существовании высшего разума. Способная исследовательница Нуэль, протеже Сары Морган, и Уолтер, успешный бизнесмен из освоенных систем, он же спонсор созвездия. Все возможно, если у вас есть деньги. А есть еще бывший пират Влад. Влад? Чего мы не знаем? Сэм Коу, бывший космический пират, и Барретт. Знаешь, чем меня бесят пираты? На них совершенно не действует моя ослепительная улыбка. А где улыбка-то? Это первая из множества систем. Истории, люди, приключения. Выкуси, человек-паук! И Веном. Новая Атлантис, Альфа Центаври.
Это первое большое поселение в космосе. Люди, которые живут здесь, познали закон, дисциплину. Они истинные потомки землян. Хочешь вступить в авангард? Авангард! О, это завала! Все, это Destiny 3. Город Кедония на Марсе и по сей день является... О, Марс! Хоть где-то у нас будет Марс, ребята, полноценный. Дни без инцидентов. Ну, точно, это башня. Да кого у меня... Кого вы обманываете? Это Destiny 3. Microsoft купила Bungie. Это Содружество Звездных Систем. Столица Содружества. Город Акила Сити. Содружество это из Андромеды, по-моему. Колинезия. Помогая людям, рейнджер полагается на интуицию и разум. Неон. Рыболовная платформа. Прославился в освоенных системах. Тут еще и рыбу ловить можно будет. Если вы легко подаете соблазну, эта работа точно не для вас. Найсити, да? Рьюджин набирает лучших специалистов, чтобы построить светлое будущее. Неон ни с кем не церемонится. Смотри, чтобы тебя не убили, ладно? За пределами освоенного космоса остается еще немало неисследованных систем. Но именно там обитает самая враждебная группировка галактики. Великий змей голоден. Однажды все язычники обратятся в прах. Новое лицо. Этому человеку хватит храбрости пробежаться. Они мнят себя хозяевами галактики, но это ошибка. Она принадлежит Багровой флотилии. Так было всегда. Создавая Starfield, мы разработали города и поселения еще лучше, чем в предыдущих сериях. Теперь они ждут вас. Шаг в будущее человечества. А с Мистерионами придется сражаться с капитаном Скарлетта? Выдвигаемся. Галактика полна интересных мест и историй. Но самое важное всегда будет ваша история. Я сам порой сижу в редакторе персонажа. Уверен, что игроки очень обрадуются, увидев, какие улучшения мы внесли. Система создания персонажей подверглась существенной переработке. Мы отсканировали лица людей разных возрастов и этносов, комбинируя данные. Мы создали разнообразных, очень детализированных персонажей. С помощью этой системы созданы все персонажи, которых вы увидите в игре. Каждый персонаж выглядит ничуть не хуже, чем созданный вами герой. Очнись. Эй, спокойно. Спокойно, полегче. Вот это тебя вырубило. Телесных повреждений нет. Насчет умственных неясно. Кто ты, помнишь? Ты из новеньких Vargas Extractions. Вспоминаешь? А, ну тут мы создаем, типа, да? Знакомо что-то из этого. Понятно, но это начало игры, типа. Создавая персонажа, вы словно просматриваете личные дела сотрудников. Выбирайте любой из 40 вариантов в качестве отправной точки. Строение тела. Но система дает больше возможностей. Выкуси, Дустан! Любого персонажа делайте. Если еще переделывать, может, Дустан точно выкусит. Настроек много, с ними даже интересно играть. Блин, Starfield просто всех обоссал. О, три класса. Из поваров трудяги. Ребята в обтяге до сих пор работают. Критика теперь с нами. Лицевая анимация тоже. Заранее не угадаешь. Представьте, что вы беседуете с посетителем роскошного ресторана. Ладно, по крайней мере, я теперь знаю, что надо нанимать профи.
Помнишь, что случилось в прошлый раз? У каждой из них есть свои плюсы и минусы. Вы можете встретить своего поклонника. Клянусь Викторией. Клянусь Викторией. Это правда вы? Правда вы? Он присоединится к вам, он будет осыпать вас всякими комплиментами. Не могу поверить, что душу с вами одним воздухом. Я не упущу ни единой молекулы. Трахните меня, пожалуйста. О, Няша. Вам придется тратить кредит на помощь родителям. Зато они очень милые. Дорогая, к нам кто-то пришел. Боже мой. Но благодаря этой изумленной чак, нам удалось улететь без проблем. Где ты все это видел? Есть еще одна крутая черта. Ваш урон увеличивается, когда у вас мало здоровья, но периодически появляются наемники, которые готовы вас убить. Что бы вы ни выбрали, есть множество способов поведать свою историю. Делайте это чаще. Профессор Форсворд. Но искать их придется самостоятельно. Та-дан, та-дан. Музыка из голодных игр. Идеального персонажа вы сможете создать и отправиться в путь. Взяв лучший элемент навыков и способностей предыдущих игр, мы собрали из них абсолютно новую систему. С повышением уровня вы получаете очко навыков. О, сюда менюшка старая. Улучшить существующий. Ранги открываются при завершении испытаний, связанных с этим навыком. О, дикпики там были. Чем выше ранг навыка, тем сложнее его испытание, да. Повышаем свой ранг стража, ребят. Есть 5 деревьев навыков по 4 ранга на навык. Тут есть из чего выбрать. Можно будет контролировать инопланетян. Обожаю летать на буспаке. Люблю прокачивать физические параметры. Голыми руками всех бить. Бум! В хлебальничек. Апперкотом, рэгдол. Это очень весело. Пистолетик с отдачей. Развивайте свои игровые навыки. Люблю действовать скрытно. Я пшишечником. Боди-позитивный стелс. Медленно ползти по вентиляции, как в фильме. Куплено, да, Anthem. Заставьте кого-нибудь врасплох. Выдам тебе пропуск. Да-да-да, в Saints Row тоже такой рэгдолл был, точняк. И в третьей тоже части. Особенно, когда ты там, это, махинацию сделал со страховкой. Я люблю все взорвать. О, дробовик, граната, дробовик. Снайпа. Исследование — это ключевой момент каждой из наших игр. В Starfield много систем с новыми формами жизни, ресурсами и приключениями. Мы искали баланс между реализмом и удовольствием. Мы изучали данные NASA и множество других источников, чтобы сделать наш мир убедительным. В частности, мы утеряем внимание на последний планет. Пардон, извините, 13 час стрим идет, просто я уже в афиге тут сижу. Создав приближенный к реальности мир, мы искали способы сделать его интересным. Попа, попа. О, это из Horizon. Покинув планету, вы будете навигировать среди астероидов, случайные встречи с интересными незнакомцами, космические бои, изучение заброшенных кораблей. Все это есть в игре.
Игровой мир поощряет любопытство. Где бы вы ни были, на поверхности планеты, в городе, на космосе и так далее, вы можете найти много всего. Космическое исследование возможно благодаря вашему кораблю. Одновременно заменяет вам дом. От обилия возможностей у вас наверняка закружится голова. Можно купить корабль. Уверен, что тебе что-то понравится. Модифицировать, улучшать его. Нанять экипаж для его обслуживания. 15 FPS. Все начнется с космопорта. Вот знаете, вот... Все с игрой нормально, пока персонажи не начинают говорить, и пока нам не показывают 15 кадров. А затем пополните ресурсы свои. Точно, это Mass Effect 2. Он же Horizon Forbidden West. Вы можете улучшить все, что угодно. И у вас два способа это сделать. Можно быстро улучшить отдельную систему, например, орудие или щиты, или погрузиться в детали, как настоящий корабельщик. Здесь можно менять все, что угодно. От систем до облика и компоновки. Здесь много часов люди потеряют на этом. Добавив обтекатель, измените там все. Улучшенный гравипривод позволит прыгать на большее расстояние. Вы можете перекрасить судно, чтобы получить нужный вам облик. Просто тупо побудьте космическим экзибитом, ребят. От вас зависит, как можно сделать, что можно сделать, находясь на борту. Есть модули для изготовления, предметов для хранения показа оружия. Каждый производитель кораблей выпускает детали в своем характерном стиле. Будь то жилые и грузовые отсеки, столовые или диспетчерские. Наш доработанный фронтир корабль практичный, а включив фантазию, вы можете придать ему практически любой облик. Это покажется странным, но модифицируя корабли, я придаю ему облик животных. Я назвала его утконосом. Потому что у него большой хвост. Шутка моя, Спиржо, ну сорян. Чтобы не было вашей фантазии. Ну посмотрим, да, Андрей, будет забавно. Но скорее всего станет домом не только для вас. Все готово, ждем команды, капитан. Двигатели готовы. Фронтир готов к полету, капитан. Некоторые участники созвездия могут отправиться в путь с вами. Компаньоны будут членами экипажа и сопровождать вас всюду. Блин, что у нее с глазами? У каждого компаньона есть полезные навыки. Для кораблей и аванпостов, а также уникальные задания. Ну просто тупо, СВ Котор, Mass Effect и все такое. I don't know that I've ever really loved anyone except you. And if you're looking for a little extra, можно будет их, ну, романтить. Надеюсь, на корабле найдешь кого-то типа меня. Меня найдется местечко на этом корабле. Хочу убраться с этой помойки. Уникальные скиллы будут у каждого члена команды. Члены экипажа могут помочь вам в бою. Вот, к примеру, он создан по основным принципам устройства НАСА. Не попадайте под выстрел, а то я умираю. Но это прям Fate Stay Night какой-то. Люди умирают, если их убить. Он похож на человека. Жаль, что исследование космоса связано с насилием. Using the shipbuilding tools and crew selection features in Starfield,
Вы построите корабль своей мечты и станете его капитаном. А теперь отправимся в небо. А я, пожалуй, выпью немножко. Квасец. Летим! Спасибо, Андрей. А ты можешь онлайн-переводчик подрубить? Нам, разработчикам, очень нравится все это. Чтобы сразу на русском говорили. Да там задержка будет. Да зачем? Уже почти кончилось. Тем более субтитры есть. Да и я тут что-то говорю параллельно. Вы не просто жмете на кнопки для стрельбы из орудий. Это сложное сочетание навыков пилотирования и системы распределения энергии. Перебросив энергию на двигатель, вы кайфанете. Что-то интересное было, ну Starfield, все. Совершайте прыжок. Переключив энергию на орудие щиты, подготовьтесь к бою. Расслабиться нельзя, в космосе вы не одни. А, еще и стрелять можно будет в корабле, ну естественно. Космические бои, ребят! Выкуси Destiny, выкуси Хейла! Открыв целеуказатель, можно будет целиться в отдельные подсистемы кораблей. Блин, а как они разобрались с этим? То есть там реально будут корабли летать, они привязаны к коням, там, я не знаю, какой-нибудь... Вагон. Не покидая кабину. Любой напавший на вас корабль можно превратить в утиль. Пристукуйтесь к враждебному судну и возьмите его на абордаж. Ну это уже какой-то Стартрек начался. Захваченный вражеский корабль станет вашим. Его можно добавить в свой флот и получить в космопорте. Но это уже какой-то ИФ онлайн, ребят, пошел. Ну или Dangerous, да. Есть что посмотреть. Но они из этой игры попробовали вообще сделать все, ребят. Тупо, есть Skyrim, другие игры не нужны. GTA в космосе. Давайте выберем вам достойный корабль. Ну да. Очень большая игра. Круизный лайнер для богачей. Вас также ждет множество встречных встреч. Можно связаться с любым встречным судном, пообщаться, поторговать или заняться пиратством. Let's do this. Я люблю всякие безумства. Мне нравится заниматься пиратством. Я захватываю корабли, беру их на абордаж, и все это теперь мое. Забираю у них сэндвичи в наш. Ну, главное пожрать, да, в принципе. Можно грабить куруваны. Вы все это раскроете сами. Эта игра Bethesda от мозга до костей. Вы исследуете необычные уголки, знакомитесь с интересными людьми и ввязываетесь в безумные авантюры. А через пару часов понимаете, что стали частью абсолютно новой истории. Вы человек? Мы думали, что кроме нас никто так и не покинул Землю. Эти традиции сильны в игре. Они видны в случайных встречах.
и в созданных вручную заданиях. Блин, а на Землю можно будет отправиться, интересно, посмотреть, что там от нее осталось? Более 1000 планет ждут встреч с вами. Это Земля? Почувствуйте себя первопроходцами. Открывайте новые планеты. Первопроходцами, да. Она онлайн? Но это сингл. Это еще все и сингл будет, ребят. Иногда чуточку страха. Мы дарим вам огромную песочницу с кучей игрушек. И даем полную свободу. Андромеда Масыч. Ребят, мы вам столько всего показали, а теперь давайте сменим тему. Потому что сейчас покажем кое-что другое. Создавая миры, мы наполняем миры мелкими деталями. А потом стараются перенести их в реальность. С помощью коллекционных изданий. Для этой игры мы создали часы. Дайте денег. Эти часы — исследователи созвездия. Такие вы получите по ходу игры. И они станут частью интерфейса, показывая направление сведений об окружающем мире. Часы подключаются к смартфону, отображают уведомления не только. Дайте денег. А еще мы создали для них «Дайте денег». Иштван. Да, мы уделили дизайну футляра не меньше внимания, чем самим часам. Он отражает нашу любовь к «Дайте денег». Мы вдохновлялись контейнерами, в которых Аполлон доставил образцы грунта с Луны. У него сложный механизм запирания, солидный тяжелый комплект нашитка созвездия и ремешок НАСА, а набор функций правдоподобно «Дайте денег» очень хорошо вписываются во вселенную Старфилда. Ах да, возьми это, тебе пригодится. Даже время показывают. Став частью Xbox, мы работаем с замечательными людьми. Дайте денег. В их командой устройства и вместе с ними создали геймпад Starfield. Он прекрасен. Теперь купи Skyrim. Ведь он напоминает систему управления кораблем. Купи Skyrim. Кроме того, мы создали первые наушники Xbox с особым дизайном. Дайте денег. Он идеально дополняет этот геймпад. Центр этого — Frontier, корабль созвездия. Короче, еще раз. За Skyrim, за Starfield. Выкуси, Человек-паук. За это надо выпить, да? Не, ну кроме шуток, я говорю, выглядит все достаточно круто. Ну вот, кастомизация корабля, межпланетные путешествия, проработанность локаций и так далее. Ну, по крайней мере, тех, которые показали. Но, блин, эти 15 FPS, это мимика, когда персонажи говорят. Это целая галактика беседки. Почему Starfield такой размах? Просто мы хотели дать вам галактику масштаба. Квас, да. Наслаждаться оживленными и спокойными мирами. Просканировав планету перед посадкой, можно оценить ресурсы, доступные для создания предметов, строительства и модификации. Процедурно генерируется планета. Привет, No Man's Sky. Но исследуя ее, игрок находит вручную созданный контент. С приближением планета сшивает ландшафт из кусочков, затем другая система добавляет интересные места для исследования живых существ, минералы и растения. Это позволяет сделать элементы окружения частью сюжета, чем и славница Тибетка. Агрессивные животные мешают нашим экспериментам. Они обитают неподалеку. Если избавишься от них, мы будем перед тобой в долгу. А если ваши друзья попадут на эту же планету, они расскажут вам другие истории.
Не, если они Starfield таким большим делают, то Elder Scrolls 6 мы точно лет через 10 только увидим, потому что они хотят делать его еще больше. Ну, типа, будет тупо, если Skyrim будет, точнее, шестые свитки будут хуже по масштабу, нежели чем Starfield. It's completely up to you, how you want to interact with each planet. Хотите исследовать планеты, добычу там и так далее? Используйте сканер, чтобы найти путь к новым местам, причудливую природу. При наличии нужных навыков распознаете некоторых существ и растения. Вы можете построить аванпост для добычи ресурсов из растений и животных. Полностью исследовав планету или целую систему, вы получите опыт и награды. Придумывая этих существ, мы рассматривали их как местную фауну. Это не инопланетные чудища, а существа из дикой природы, которых вы еще не видели. Лучи светила, попадающие в атмосферу, по мере его движения рассчитываются в реальном времени. Работая над освещением, мы в первую очередь хотели сделать игру более кинематографичной за счет света и красок. Да вообще, баклан. Есть Starfield, другие игры просто не нужны. Человек-паук тупо выкусил. Эти 15 FPS, эти лицевые анимации, это кастомизация кораблей, это шедевр. After some exploring, you can find a spot to set up a base camp. Outposts can be built almost anywhere on any planet. Есть множество модулей разных форм, с разными предназначениями. В них даже можно жить. Поручите членам экипажа и компаньонам работать на аванпосте. Это что, игра «Марсианин»? Да. У нас есть новая летающая няшка, ой, камера, которую можно включить во время строительства, а также вид сверху с изометрической камерой, облегчающей планировку крупных частей аванпоста няшка и размещение больших модулей. Так проще спланировать общий план аванпоста. Переключившись на общий обзор, можно быстро доработать и украсить помещение. Корни 312. О, первый first light карта с Луны. Чтобы использовать ресурсы, установите верстаки для изготовления исследований. Модифицируйте оружие под свой стиль игры. Есть разные виды прицелов, увеличенный магазин, множество рукояток и стволов, различные боеприпасы, например, разрывные. Хотите разрывную, ребят? Они уже 44 минуты говорят про одну игру. А еще можно сражаться холодным оружием. Очень много всего между реальностью и симуляцией голливудской, но мы стараемся дать игроку больше вариантов кастомизации. Просто выкуси киберпанк, выкуси Дастан, выкуси Человек-паук. Все выкусите одновременно. Просто все эти игры сложить и умножить на 10, это будет Starfield. Играть очень приятно. В этой игре только модификации функций, сколько не было ни в одной из предыдущих игр. Вот это шотик, огромное разнообразие. Хорошее снаряжение, лишь один из факторов, влияющий на успех в бою. Вам придется адаптироваться к ситуации. У каждой планеты своя гравитация. Выкуси, Дустан! С одной и той же гравитацией на всех планетах. И дает преимущество в бою.
Порой вам будет казаться, что вы летите. Да, Титан, здорово. Нулевая гравитация создает свои трудности. Выстрел из баллистического оружия только свет отбросит вас назад. Энергетическое оружие, напротив, обеспечивает устойчивость при стрельбе. Есть магнитное оружие. Мощная баллистическая конструкция с электромагнитной индукцией. Каждый ствол оснащен своим лазером наведения и наносит серьезный урон. Кейт-6-то будет? Будет, конечно. И Кейт-10 тоже. Подойди к врагу поближе, дай ему в хлебальничек. Пусти в ход компактное оружие или пистолет-пулемет. А может что-то покрупнее? Гранатомет сюда! Пулемет сюда! Старфилд найдется и это. Револьвер сюда! Граната сюда! Колесо из GTA-шки 5 сюда! Прицел! Из какой игры? Я не помню, из какой, но точно где-то и было. Сюда, в общем. Динамичные перестрелки в 20 кадрах. Сюда. Когда выходит игра? В сентябре 6-го. Да, тоже посмотрю химию. Потом посмотрю записи экстрима, что они там будут говорить. Но я думаю, пацаны в восторге. Нижний интернет просто возрадуется. Спасибо, что были с нами. Уделили нам время. Понимаю, информации очень много. Игра настолько большая, что мы не успели показать все. Блин, вот человеку 50 лет, по-моему, да, уже? И он выглядит вообще свежо и оригинально. Это все Скайримы. Думаю, она стала особенной, благодаря людям. Она отражает работу талантливой студии энтузиастов. О, мне кажется, за эту фотку их там опять, блин, будут брить. Мне нравится. Дайте киберпанк. Я обожаю существ изучения мира, все биомы очень разные. Но он приходит к слову обширные. Мне нравится совершать открытия, даже не верится, что я видел еще далеко не все. У нас есть свой киберпанк дома, да. Мне нравится то, что каждый планета дарит уникальное ощущение. Фотомод будет, ура! There's something about seeing a tower over in the distance and going, I know the gravity's low here. Гравитация низкая, я наверняка бы допрыгнул. Мне очень нравится. Биомы, корабли, дизайн звука, планеты, сменные ночи. Дипломатия, изучение мира, свобода, концовка. Няшка. Обожаю роботов. Великое множество созданных нами миров. Снайперки, конечно. Рычажная ракетная установка, мозговой росток. Люблю его. На некоторых он пугает. Ума не положу, что с ними и так. Мне больше нравится то, что игра позволяет сделать. Быть кем я хочу быть. Делайте, что хотите. Это именно то, что вы ждете от игры Bethesda. Мы с нетерпением ждем дня, когда вы запустите Starfield и начнете свое уникальное приключение. Главные двигатели запущены. Удачи, созвездие. Я думаю, в этой игре можно будет купить консоль и поиграть на ней в Skyrim, который тоже надо будет купить. Starfield.
6 сентября 23 года, ребят, еще раз. Запишите. Будем балдеть. Обязательно пройду сюжетку на YouTube. Ранний доступ к цифровому изданию, пакет скина. Прикольно. Выпуск созвездия. Круто, круто. И на этом получается все. Почти 2 часа Майки били всех. Ну что, ребят, Фил долбит по полной. Всех поимел. Копирайтнутый музончик, ура. Ну что, народ, какую игру ждете с конференции? Ну, кроме Skyrim 2.0, естественно. Здорово, Лёш, как ваш ничего? Да вот тут Е3 от Майков смотрели. Сколько же названий? А, ну Fable, да. Flight Simulator. Payday 3. Игру по Star Wars от Ubisoft, кстати, да. И как было что-то стоящее? Ну вот и... Fable, игра по Star Wars от Ubisoft. Payday 3. Starfield. Дополнение к Киберпанку. Ну и на этом все. Фу. Ну что ж, ладно. YouTube, Zen, спасибо за просмотр. Не забываем написать в комментариях, что вы думаете по поводу презентации, что вам там понравилось, что не понравилось. А мы пока что пойдем чилить.